Все особо тяжкие преступления против жизни, которые произошли в республике за этот год, раскрыты. В Следственном управлении Следственного комитета России по Чувашии подвели итоги работы за первое полугодие. Если сравнивать с первой половиной 2018 года, в этом в республике почти в два раза сократилось число изнасилований на треть случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Все эти преступления раскрыты. В одном случае, благодаря оперативной работе по горячим следам, удалось поймать убийцу буквально за один день. Только благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников полиции, при непосредственном участии прокурора района, по отпечаткам пальцев в кратчайший срок была установлена личность погибшего. И проверкой операции по его платежной карте установлен факт оплаты в одном из питейных заведений Новочебоксарского в этот день. И по видеозаписям отработки жилого сектора установлена личность подозреваемого. Спасибо. Вместе с прокуратурой и инспекцией труда следователи работали по фактам задержки зарплаты. Удалось добиться выплаты работникам задолженности по зарплате в размере почти 15 миллионов рублей. Но в этом направлении работу необходимо еще больше активизировать. Благодаря коллегам из Следственного комитета, которые отвечают за работу со СМИ, в нашем эфире самая актуальная информация о громких преступлениях и их расследовании. В свою очередь, нашу телекомпанию отметили за социально ответственный подход к освещению деятельности Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.